91 года. У нас есть один. Если бы я раньше упала 17-летняя. Пугачёва, знаете? И вот у меня мама была на ее концерте. А, знаю, моя бабушка ее знала. Нет, я знаю, другая. То ли не Кадышева как-то, по-другому. Да. Вот моя бабушка ее знала.
кресло. Да. Тракторный дворец. Ну я знаю, о ком вы говорите. Да, я тоже. Типа организованная преступность. А, у меня дядя селёдку ловил на них. Сетями. Ну, типа сетра, да? Которая икру дает хорошую. Руки крепкие. Что-то в советские времена, А я в 85-м в школу пошел. Thank you.
Да нет, сейчас крутой считается iPhone. Я знаю. А это не iPhone. Это на Android. Ну, iOS это iPhone. Это операционная система. А Android это для попроще телефона. Операционная система. Это вот за счет чего там? Ну да, что у него там 3 камеры. Айфон он 200 тысяч стоил как на одно время. 200 тысяч рублей. А у меня вот этот за 7 тысяч. Ну, нормально. Да. У меня вот сын, у меня тоже. Айфон у меня за 14. Сейчас же можно еще в ломбардах покупать немного. Подержанные. Да мне только для видеосъемки он нужен. Как-то... Я для звонков кнопочным пользуюсь. А у меня есть кнопочки. Они удобнее, для звонков. Одна вот так вот будет. Ну, сейчас будет. А сейчас же роуминг отменили, по-моему, да? Дешевле звонки обходятся, да? А, ну это... Типа скорая помощь нужна, нет? А убрали его, да? Сейчас я его вообще его отключу. А у нас там что есть? А мы 470 платим и бесплатные звонки вот эти городские. Ну что,
Раньше что было? Это когда в одном городе выбил домашний телефон. А если вот уже в Волжском, уже нет, это межгород. А у нас в Волжском никто не берет. Здесь звонили там. Сестрее ее звонили. Уже опять надо номер получать. И номер другой будет. Уже это я. У меня уже этих 7 карт было, чтоб 10. Сводный брат, да, или как? А, родной. Да, по матери родной, да. Это по отцам. Уже много народу. Сейчас опасно по траве ходить. Ну там клещи. Так он и по носку полезет, и вверх полезет. А, ну это правильно делаете. Осматривать надо себя, чтобы не прицепился. Да. Там и лихорадку переносит всякую. Пионерский? А я один только раз был в лагере пионерский. И на следующий год пионерская организация. И отняли, да? Нас забрали. Да. А, 49-го. Молодой еще. Я
Беговые или какие? Широкие? Нет, беговые. Узенькие? Я тоже лыжником был. Я года два катался, когда в школе учился, года два на лыжах. Я потом свою лыжу дяде отдал. Куда? Волков? Но это небольшой город. От Ленинграда, от Петербурга. Я там бывал в Ленинграде, еще в советские времена. Там очень много таких табачных магазинов. Там сигареты на любой вкус. У меня сестра курит мою. Ну и правильно сделал. Да, если не могу открыть. Да это не я. Я не от вашей конторы. Кажется, я вас тут на упаковке. А, ну это, я с подключу. Ютуба, да? Да. Здравствуйте. А, встретили. Так я разбанил уже. А ты не знаешь? Ну я не знаю, почему не разбанил. Да не, тут 4К, у меня на телефонах нету 4К. Да, Яндекс телефон. Падал вот недавно. Вот это вот чуть не повредило, она вдруг. Наружу. Вот, вниз туда. Она не должна вниз туда опускаться. А на чем 8? Я посмотрю. 8, да? Ну, я сейчас посмотрю. Это Федук приедет 8, да? Там вроде написано было в 17:00.
Ну, наверное, в 6 я начну. Это они, чтобы люди собрались сарай. Xiaomi, да? Вот это, да? А, хорошая, хорошая. 4К видеозапись. Хорошая. У моего соседа такой. Он не очень. Я снимал раз. 4К не очень пишет. Он дрожит как-то. Может, надо его стабилизировать. Стабилизации нету, наверное. Да. Я вот думал взять Sony камеру, а потом думаю телефон возьму, чтобы не таскать за собой кучу всего. А? Видеокарта. До 3070, да. Сейчас уже 3080. Цены 70. Сейчас уже я, ну, на один канал подписан. Там за 72 тысячи продают. За 72 тысячи. Ну это прям жирная карта. Хорошая, крутая карта. А еще и TI. А TI? TI. А, TI. AMD-то AT называлась. TI. 6900. А у меня только 7600, самое новое. Ну еще 1030 GT. А, две стоят? Не, одна в старом максимуме, а другая в новом. Мне главное, чтобы 4К тянул вот этот максимуме старый. А он при помощи GT вот это 1030 тянет 4К хорошо. Видео, видосы 4К тянет хорошо. Оно там снимает нагрузку с процессора. Вот это вот именно видео. Аппаратное. Да, аппаратное. Где кодировать? А кодировать она не умеет, аппарат. То есть она для видеоредактора бесполезна. 10. Интересно, вот салют, где они будут делать? Над чем? Над домами? Салют будет. А ты будешь тут до 9, да? Говорят, 6 дождь будет. Говорили по в интернете. Да, я вот за то. С Ютуба хоть $100 я снял в прошлом месяце. А, за все время? Ну, за год. До этого я еще не снимал $100. $109.
меня очень давно уже там. Ну там $2 капает в месяц там. По-моему. А раньше 10 капал в месяц. Я вот там вот эти видео, знаешь, исторические посмотрю. Я считаю, не люблю, когда их строят. Это вот с фотографиями, да? Да. А, за 2008 год, да? Да, да. Я, кстати, вот, который фотоаппарат снимал, вот эти вот фотографии, я его сжег случайно. Блок питания, ну, там у меня переключается напряжение, блоки питания. И я вместо, по-моему, 4 вольт или 3,5, 12. И он там вспыхнул, и все, фонарь. Samsung 10-50. Samsung 10-50. Такой был фотоаппарат старый. У него, кстати, матрица была крутая. 1 на 1,7 дюйм. Сейчас же 1 на 2,4 стандарт. А у него побольше там было, раза в полтора. Насчет этого у него фотки там были меньше шума. Вон, видишь, тюнинг зеленый, чтоб надежнее стоял. А так он упадет, если вот не надо стоять на коробке. У меня есть трикот маленький. С такой вот, с такой штукой. Да. Ну вот, наверное, вот такой вот, да? У него тоже три ноги вот сюда прикручиваются. Да, она не прикручивается, она так. Ну, типа как селфи-палка из этих. И с такой вот штукой. С тройной, да? Мне очень мне нравится. Руки там сфотографируют здесь. А у тебя стадикам есть электрон? Нет. У меня 3 штуки стадикам. Там каждый по-своему хорош. Но самый хороший стадикам, который с Яндекс.Телефоном работает, это DJI Osmo Mobile 3. Не слыхал такой? Такой серый стадикам, и вот он 30 кадров дает на этой вот камере. А вот это вот, как вот, блок покер, там, забыл, как называется, ну, короче, блок покер, он 15 кадров в секунду только вот. На вот этом телефоне 4К, да. Только 15 кадров. Там устанавливаешь к стадикаму специальную программу и можешь со стадикаму управлять смартфоном. Зумом смартфона, приближением. Запускать запись через стадикам на смартфон при помощи вот этой программы. А ты сам будешь снимать все? Да? Будешь снимать? Нет, просто сейчас. С Федуком, да? А я тоже думал, вот с Федуком прикольно сфотографировать.
Все-таки он с этим, с Олджеем, там, пил розовое вино. Лучше бы, конечно, Олджей. А я не фанат, а сейчас фанатик будет, да, без Олджея? Без Олджея. Ну, розовое вино, вот это. Облака я не слышал. Ну, там еще просто там. А, да. Новый состав, да? Группа Папли. Ну да, да. Денег, наверное, не хватило. Он покруче артист, чем придумал. Ну, Федук, он рэп читает хорошо, да? Он рэп и исполнил. Да, да. Валерия была на Дне молодежи. Валерию знаете? Нет. На Дне молодежи была Валерия. Не лето, не лето. А, Валерия, по-моему, раньше была, да? Не лето было на набережной, но я до него не дождался. Перед салютом. Перед салютом. Две группы наших. Да. Да. Так бы он, они бы вдвоем приехали, если бы он предложил. Ну, сказал человек, что 8 начнется, да? Не, 39 сейчас. 20 минут. Дождь будет, да? А, салют, да. Салют. Наверное, из других районов приехали. Поклонник. Страх, да? Чтоб технику не испортил. Тут у меня еще это откололось, вот видишь? Упал, уронил, откололось. Но работает. Они там файные. А тут не видно. Тут понятно. Там, наверное, вот эти вот круглые аккумуляторы. Да. Они всегда на них китайцы делают. Да. У меня просто заряд вся уничтожена. Еще такой же. Thank you.
просто перекарим, там встает, а будет всего там осталось 300. А ты сам разберешь и поменяешь, да? Придется, да, я поеду. А, чтобы просто бокс, чтобы аккумуляторы только не менять и все. Да, наверное, есть и у китайцев на Алиэкспрессе. Сейчас китайцы быстро шлют с Алиэкспресс. Максимум 30 дней. А так вот мне за 20 одна посылка пришла последняя, и за 30 дней две посылки я так. А я пятерочку отходим посылку. А я на почту всегда получаю. Я тоже год не заказывал, а вот последний раз заказывал. Вот получил последнюю, по-моему, 3 дня назад получил. Через 30 дней после суда. Так что я месяц назад не сказал. Сейчас это еще 15 тысяч назад потратил. Ну, видишь? Это штифт. У меня пока вторую сумку и один выбор. Один окончательный выбор, а два протезирования вместе с этим. Ну вот, на конце свара. Мне кажется, там надежнее гораздо. Там отработанные технологии. На Быково? А, на Депутатском. Это ты с Красного приехал? Нет, нет. Я просто там до сих пор приехал с Красного. Все нормально. Ну, ортопед, да? Да. Он там не работает. Ну, это прям дешево. А мне за 15. Это самое дешевое, считается. А там мне тогда скажем 10. Рука устает. Сейчас уже, наверное, нету ничего. У него нету этого. Вот этой дырки с резьбой. А вы что, вы проверите ехать? А, ну это лучше, ну или к рулю привинти, или вот сюда найти, или вот сюда. А я вот купила. Ну она рублей 300 стоит, 200. Ну, на голове, по-моему, будет меньше 300. Шея стабилизирует. Да, вот так надевается, как шапочка. А я в шлеме. А, опасаешься, что это, без шлема ездит. Дырку убрал, сейчас вот перемена облачности, постоянно дождь капает. Тут
тут еще лазерное шоу будет, наверное, на этой сетке. Они пробовали вчера. А я видел сейчас циферки какие-то. Сейчас не пойму, что капает, а не капает. Да, наверное, слабенькая какая-нибудь от этих, от брызг. А ты на моем канале видел видео последнее, что я объектив разбил? Объектив разбил. Камеру поднимал со стола, и у меня же фотоаппараты с этими, на запястье вот такая вот штука держала. Она там зацепилась на что-то, и прям на объектив упал фотоаппарат. И объектив вот так вот, он выезжает, это повернутый объектив. Там нажимаешь, он должен выезжать, а он просто вот так свободно вытаскиваешь. И пришлось выкинуть, мусорку выкинуть. Но он стоит 1020-25, так, если новый. А я его за 4 купил в Красноармейском районе. Он там 4500 поставил, а я за 400 добрался. Зашел сразу. Да я стримы никогда не веду. Но у меня хоть есть там интернет 3 гигабайта, но я раза два только стримы запускал из автобуса. Да. Ну это я имею в виду с телефона. Так-то стрим я это запускаю иногда из квартиры. Там как-то она, нет, не через YouTube, а вот как-то вот программа такая с логотипом, там логотип такой, то он белого цвета, то черного такой. Ну, Ванамас когда стримит, у него вот тоже через эту программу. Вроде бы да. У меня там установлена эта программа, я просто не хочу останавливать. 47 минут записалось. SM Labs, как это называется. SM Labs. Не слышал такое? Попробуй это. Поищи SM Labs. А по-моему, SM Labs. Нет? А, Streamlabs, да, вот это, Streamlabs. Но он бесплатный, только когда логотип там у него на экране показывается. А так его надо покупать, чтобы без логотипа стоять. Да я так думаю, он же все время к интернету подключен. Он даже Lumen, они блокируют Lumen через интернет. Сейчас. Сейчас он постримит. Не, вообще.
Когда ты хочешь, да, построить? Ну, на RTX 3080 можно крутые. Шесть девятьсот. Ну, это по лучам она только похожа. А так она нормальная. Она именно в это в рендеринге хорошая, в рендеринге игрушка, без лучей. Она опережает, по-моему, даже 3080, да? Это для меня удивительно. Хорошо, что жары нет. Я вот над ним молодежи за жару. Здесь вот палец вот этого вот чуть не выпал. Мне вот, ну да, тепловой удар, все потемнело перед глазами. Я там присел на это, ну, парапет там какой-то был. 10 секунд посидел, потом смотрю, все в глазах темнело. Ну, думал, побегу, скамеечку где-нибудь найду и свалился. Вместе вот с этим, с этой штукой. Сейчас вот у меня до сих пор там под лопаткой от этого, как она, забыл, столбняка, от столбняка приехал. Все не расходится никак. Да не нравится, палец на сантиметр нашел. Если вот что-то с улицы тебе попадет в кровь, это лучше от столбняка делать сразу. Ты от греха подальше. У меня вот, видишь, шрам есть. Тоже, по-моему, вот это, сетка радиуса. Такой вот. Зацепился вот так, за забор. Ну, прям так вот рассекло все. Вот, вот белое видно. Заживало долго. Но надо Федука все-таки дождаться, да? Так это, а то зря. Зря поход был, да? Если Федука не увижу. Тогда не лето не увидел, а сейчас Федука можно не увидеть. Сейчас в Ворошиловском, по-моему, районе и в Красноармейском, да? Вот день металлурга, вот эти праздники, сегодня в этот же день. Да. И там какая-то группа выступает. Я ее что-то вообще не знаю. Ты знаешь? Это вот я хоть знаю, вот это, Федука. Опять он на 3 секунды. Тут на 10 тысяч миллиампер, наверное, 3 зарядки, да, тянет. Тут 3 тысячи, наверное, или там 3 с небольшим, вот, 10, да. Thank you.
этим что купил? Десять. С этим... С мини, с микро USB и с этим, с Type-C. С iPhone мне не нужно. Оно и с iPhone продавалось. Под iPhone. Я и сюда иногда цепляю вот эту штуку. Какую штуку? Где-нибудь встать, чтобы так меньше людей было, да? А ты говоришь, что у твоего телефона только по стабилизации плохо, да? А так вот, если стабилизироваться, ну, со штатива нормально снимаешь. Ну, ты на 4К мониторе снимаешь, да? Дальше. Ну, IPS цвета лучше. У тебя тоже Samsung, да? Я самый дешевый Samsung. Монитор. Донейс. Сейчас что-то вот думаю, 32 лучше, наверное, чем 28. Слишком глаза разбираю. Ну что, привет, Волгоград! Добрый вечер, волгоградцы! Мы приветствуем и поздравляем горожан всех возрастов, потому что День Металлурга – это наш общий праздник! Те, кто работает на Волгоградском алюминиевом заводе, те, кто трудится на других предприятиях «Русала», те, кто каждый день пользуется продукцией наших алюминиевых заводов, и даже те, кто, может быть, еще не пошел в школу, но знает, что слово «алюминий» пишется с одной «л», вы все часть этого особенного праздника! Сегодня вас ждет насыщенная программа и звездные гости! Но для того, чтобы музыкальное начало нашего праздника было зажигательным, я для начала должен спросить вас, вы готовы? Не слышу, Волгоград, готовы? Отлично! Я с большим удовольствием приглашаю на эту сцену ребят, которые знают, что такое драйв и что такое настоящая энергетика. Это замечательная группа под названием «Какая разница?». Громче, громче, громче аплодисменты, друзья! Чем
Слышно я? Привет, Спартановка! Есть тут люди, кто нас уже слышал? А есть те, кто нас видит впервые? Отлично, давайте те, кто нас уже слышал, покажет, как мы работаем для тех, кто нас не слышал. Мы круто работаем, ребят? Супер! И мы вас любим. It's a kind of magic.
причастны. Крутой праздник нам сделали, да? Я чуть-чуть.
Давайте теперь попоем, если вы не против, конечно. Песенка такая древнючая, но всегда поется хорошо. Ну что, вы начнете? Фонарики все, фонарики достаем. Чтоб ты не мой.
мне. Что? Ребята, вы крутые, спасибо. Мы любим вас, Волгоград!
Я люблю группу «Какая разница, друзья?» Немножко хочу вас с ними познакомить, с этими замечательными ребятами, которые жгут все время и дарят нам свою энергию, заряжают нас. Вы зарядили вас сейчас, а? И будут продолжать это делать. Ну а сейчас немножко познакомимся с ребятами с их инструментами. Итак, художественный руководитель, генеральный директор группы, он же продюсер, он же Михаил Яс! Михаил, начнем знакомство с кого? Вау. Михаил Букин? Михаил Букин, бас-гитара, ребята. Мишаня, сообрази что-нибудь. Вот так можно звучать бас-гитару. Супер! Константин супер. Новиков, единственный обладатель розовой гитары в Волгоградской области, специально для девочек. Кость, покажи что-нибудь. Костя, жги! Еще есть у нас вот там вдали, за рекой, сидит Алексей, наш барабанщик, Леша Смирнов. Тоже вдали, в дыму, с вентилятором стоит наш трубач. Вова Татарченко, ваши аплодисменты. Вот это все, что, в принципе, он может сыграть на трубе. Но он может еще страшные звуки издавать из своей клавиатуры. Вот. Собственно говоря, да. Ну, у меня акустическая гитарка. Я играю ритм. Очень легко. Наша солистка Юлия Наумкина, ваши аплодисменты. Куда там? У Юли есть помимо микрофона еще интересная штучка. Она делает интересные штучки. Юля покажет. С этой штучкой. Вот, собственно, вот так вот выглядит наш коллектив изнутри. Ну, а вместе, вместе эта группа «Какая разница» будет смех, друзья! Ну что ж, вы готовы зажигать дальше? По-моему, нет, да? По-моему, нет! Отлично! Тогда поехали! Так, ребят, сейчас надо будет петь классные. Можем? Thank you.
Я не знаю, я не знаю.